Смена пола по-дружески. Продукт новейших 3D-технологий в Набережных Челнах теперь буквально лежит под ногами. Так, например, в старейшем челнинском ресторане «Дружба», который обещают открыть в ближайшее время, гостей ждет полностью обновленный зал с уникальным декоративным наливным полом. Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. 38 лет назад, когда город еще только строился, в 29-м комплексе открылся ресторан «Дружба». В те времена это заведение на Московском проспекте считалось одним из самых престижных. Именно туда приглашали высокопоставленных гостей, оказавшихся в Набережных Челнах. Этим летом нынешние владельцы ресторана решили возродить былую славу «Дружбы» и провести серьезную реконструкцию. Вас ждет уютная атмосфера с полной реставрацией зала, блестящими потолками, полами 3D, вас ждет качественное обслуживание, новые знакомства, тамада, диджей и, конечно же, стриптиз-шоу. Из всего перечисленного самое необычное – это, конечно же, полы 3D. Их также называют наливными полами с фотоизображениями. В отличие от линолеума, паркета, кафеля, такой способ отделки не имеет ни стыков, ни швов. Помещение в буквальном смысле заливается. Через сутки остается только идеально ровная поверхность с рисунком, который предложил заказчик. Изображено может быть что угодно. Не скользит, не горит, то есть окурки какие-то, спички, этого ничего не боится. Удары стойкие. Ну, красота, можно сделать работу, которая не будет во всем мире другой такой работы, только у вас в комнате. Подобные технологии на таком серьезном уровне в Набережных Челнах применяются впервые, хотя они уже широко используются по всему миру. Как это выглядит вживую, можно оценить любой желающий, взглянув в ресторан «Дружба» после 1 октября. На этот день намечено его открытие.